На факультете психологии ЯРГУ состоялась Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Психология. Душа науки». Мероприятие – часть университетского форума «Путь в науку». В этом году факультет зафиксировал рекордное количество участников – более 150 молодых ученых и экспертов. Наша ежегодная студенческая научно-практическая конференция является одной из наиболее бережно сохраняемых традиций факультета наравне с другими. Но она, в отличие от целого ряда других традиций, не претерпела с момента своего основания практически никаких изменений. Вместе с тем, это не означает, что год от года мы не можем и не должны вносить некоторые новшества. В какие-то годы мы эту конференцию посвящали отдельным знаменательным датам, но а вот в этом году было принято решение посвятить эту конференцию, точнее не посвятить, а сделать определенный акцент на внедрении средств информационно-коммуникационного плана. Главное – это большое наше развитие, большой вклад в изучение вопросов современных проблем киберпсихологии. В связи с активизацией, да, высоким интересом, внедрением вообще цифровизации в нашу жизнь, возникает необходимость изучения личности в цифровом пространстве, в новой цифровой реальности. И тогда очень важно строить эти исследования не только на тех профессиях, которые связаны с цифровой средой, но и о том, как развивается личность в течение всей своей жизни в условиях цифровой среды. Именно поэтому секция киберпсихологии посвящена еще и изучению детства, то есть это междисциплинарная секция. Помимо специалистов Демидовского университета, на конференции работали гости из Ярославского отделения Российского психологического общества, а также из Ярославского государственного педагогического университета и других вузов.